Всем привет, чуваки! С вами PandaFX, и я к вам с плохими новостями. С очень хуёвыми новостями, буду говорить откровенно. В общем, дело в том, что вчера на стриме сидел, играл в FIFA 16, никого не трогал, и в один момент у меня вылетает FIFA. Хотя нет, не так это было. Соперник нажимает... А, ладно, потом вы увидите ролики, не буду спойлерить. В общем, вылетает FIFA, пытаюсь перезайти, пишет «заблокирован аккаунт». Я такой... Охерительно просто. На этом аккаунте было у меня 10 тысяч фапоинсов и 100 тысяч монет. Да, этот аккаунт я купил, и возможно я бы согласился с тем, что окей, хорошо, я дурак, типа спалил, что он купленный. Это не значит то, что никому теперь нельзя покупать аккаунт и никому нельзя покупать монеты. Нет, все так и будет работать, просто я, наверное, сам виноват, что я спалил свои данные на стриме, поэтому... Если вы стример, ютубер или просто покупаете монет, просто не палитесь то, что вы играете на купленном аккаунте. И, собственно, закрывайте плашкой ваше название клуба. Вот. И тогда, короче, все будет классно. Перехожу на свой основной аккаунт. Захожу. Играю там немножко. И опять выкидывает. Я такой, ну охереть теперь. Опять что ли? Перезахожу и снова бан. Два аккаунта забанили мне на стриме. Ну, очевидно то, что сотрудники eSports сидели, смотрели мой стрим и ждали, пока я засвечу свои данные. Я такой, ну охереть теперь. Расстроился, конечно. Ну, кто был на стриме, тот видел мою реакцию. Ну и, в принципе, после моего диалога вы увидите, как это все было круто. Я такой, ну прекрасно. Захожу на третий аккаунт, тоже забанен. Ну и в итоге я понимаю, что они забанили просто весь доступ к FIFA с моей консоли. То есть Xbox One мне можно уже выкидывать. Я покупал Xbox ради FIFA. И в итоге вот такая вот прекрасная ситуация. Такой, ну ладно, перехожу на PlayStation 4. Это уже было после стрима. Захожу, и на PlayStation 4 тоже бан. Когда я думал, что хуже уже не будет, и тут забанили только мой основной аккаунт. То есть спасибо электроникам, что они перекрыли весь мой воздух на PlayStation 4. Иначе я не знаю, что я делал бы. Ну, собственно, вот я вам показываю, что у меня на PlayStation 4 500 монет, 0 побед, 0 FIFA поинтсов, все по нулям. То есть просто чистый аккаунт. Не знаю, что я делать. Скорее всего, я начну записывать проект FIFA Points Only. На Xbox я был уже почти в первом дивизионе. Там было у меня куча монет, куча игроков. Статистику жалко, тоже там крутая была. На плойке тоже было много крутых игроков. Там 1300. Я не знаю, зачем это делают электроники прямо на стриме. Видимо, устраняют конкурентов Кастро. Кастро, как вы знаете, сидит, обмазывается монетами. Там миллиарды монет имеет, миллиарды FIFA поинтсов. Это нормально, это нормально. Стоит только запалить мой аккаунт, где, в принципе, не так уж и много монет я покупал. И вот получает двойной, тройной даже бан за один день. В общем, такая вот философия eSports. Пиарьте их игру, а взамен получаете вот такое вот дерьмо. Ладно, в общем, что-то много пизжу, наверное, уж. Хотя не так уж и много, 3 минуты. Ладно, в общем, сейчас я вам покажу ролик, собственно, как это было на стриме. Там вообще целая драма. Сначала я был веселый, потом грустный, потом веселый, грустный. В общем, без спойлеров, смотрите сами. Все, я пошел. Ой-ой, ну это Криштиану, пацаны, ну это Криштиану, как его остановить? Ну конечно, что он насосет. Конечно он насосет, блядь! Сука, ёбаный ныряльщик, блядь! Затрахал! Сука, вот просто мяч у Криштиана оказывается, все, он сразу кувыркается, падает, блядь, раком становится! Так, Криро. Криштиану! Криштиану перекладина, вот тебе, пожалуйста. Вот, вот за это я люблю игры, смотрите, блядь. Так, 2-1. Да ну, сука, ну защита. Ёбаное говно, блядь. Вот почему у меня такие отскоки не идут, блядь. Да, соперник попал в перекладину, сразу же, блядь, мяч к нему отскакивает. Что защита делает? Ёбаные санатыки, блядь. Криштиану. Видали нахуй? 3-4 уже счет. 3-4 счет, я вам говорю. Кто там писал, что играть научись, хуё моё. Смотрите, камбэчем, я еще в теме.
Конечно, если Роналдо не забил с первого удара, но на отскоке все сработало. 4-3 счет. Пенальти. Ха-ха! Пенальти! Тоже умеем насасывать. Тоже умеем. Есть опыт в крови. По насосам. Есть! 4-4! 5-4! 5-4 нахер! Просто камбэк мировой. Мировой камбэк получается. Еще один пенальти. Еще один пенальти. Семь-четыре. Ну я просто не знаю, чуваки. 7-4 это просто что-то невероятное. Как можно было так поплыть после 4-1? Я 4-1 проиграл. Да, я заставил соперника ливнуть. Соперник ливнул и... Фух, вот это нахер матч. Что? Простите. Что это такое, блядь? То есть они хотят мне сказать, что этот матч мне не засчитается, да? Вы серьезно? Нет, я испортил. Вы не можете так с вами поступить. Охуительно! Просто великолепно. Меня заблокировали. В целях защиты. В чем защита, блядь? Что я сделал, блядь? Я обыграл, сука, соперника. Он нажал на паузу. Вышел. И после этого меня забанили. Какого хера, спрашивается? То есть это произошло не тогда, когда я паки открывал. Так что, чуваки, не делайте камбэки. Если вы будете делать камбэки, у вас вот такие вот вещи будут происходить. Вам будут банить аккаунты. Ну что, будем играть тогда на основном аккаунте в драфт, наверное. Бля, ну обидно, столько денег проебал. Я ж аккаунт этот покупал, блядь. Пиздец просто, просто пиздец. Охуеть, мне забанили второй аккаунт. Тебе забанили второй? Вы что, ебанутые там нахуй все? Этот аккаунт за что вы мне забанили, ублюдки, блядь? Второй аккаунт за что, сука, мне забанили, ублюдки? Что я сделал, блядь? Ладно, покупной аккаунт, этот в чем виноват, блядь? Пиздец, что это? Это что, блядь, это просто беспредел уже какой-то, блядь. Что я сделал, блядь, я спокойно играю в фулдрафт, блядь, никого не трогаю. Вот так вот, мы должны, в общем, чуваки, сидеть, смотреть стримы Кастро, как у него там, блядь, составы собирает по 1 000 000 денег, блядь, открывает на FIFA Points на 1 000 000 000. Мы должны это все смотреть и наслаждаться. А вы должны сосать, вы должны глубоко сосать и наслаждаться тем, как, собственно, играет Кастро, получает эти... разноцветные карточки, играет за Роналду 96, открывает бесконечные паки, выпадают пили, а вы сосите хуй. Или покупайте FIFA Points по 1 000 000 денег. Вот такая концепция у EA Sports. Наслаждайся, блядь, говнарским составом, бичами, хуями, блядь, и прочим дерьмом, блядь. Пидорасы, блядь. Андрюх, привет. Я со стрима Макса. Он сказал, что очень соболезную тебе. Да и в принципе вся аудитория Макса тебе соболезнует. Весь чат пишет. Меняется баг. 16-й FIFA баг. Ну все, заспали. Пенальти, да? Там народ буйствует. Сейчас посмотрим, смогу ли я революция. Зайти в FIFA 15. Чуваки, все, я последнее слово был за мной. Да, все, решили. Говорили меня все-таки. Да, все. В чате это сильнее, ха-ха. А, ну это. Ну все, я скоро, да, перейду в КС, так что будешь пиарить мне. Да, в багера там играть. Да. Будешь издеваться. Она же... Ух, а нихера, какие карточки у меня тут есть. Чё? Ух, нихера себе. У меня легенды есть. Нихуя себе. Сейчас приду. Чувак, у меня тут легенды есть. Панда и Фикс. Все, что-то вроде добавлен в игру. Вот, кстати, да. Меню вот после обновления на Xbox, вот этот Windows 10 сюда завезли, оно как-то покраше стало, да? Да. Намного вот. Лучше. Нихуя у тебя состав. Ебать у тебя состав. Нет, и у тебя нихуя состав, блядь. Блохор. У тебя, блядь, 3 где-то синих игрока. Ой, здесь пейс работает. Да, здесь теперь скорость, можно побегать. Подожди, а что, когда выходит новая FIFA, они старую уже не обновляют? Да, там, ну, типа, команда недели не обновляется.
Да. Да. Они все, нет, они забивают хер и все. Нет, ну хорошо, именно команда недели, да, ладно, это я еще могу понять. А именно. Ну а что там еще обновлять? Больше ничего обновлять? Ну, есть еще другие. А, нет, ну обновления тоже в целом забиваются. Все там. Охуеть. Никакой поддержки. Охуеть просто. Типа была игра, нет игры. Так, я вообще в шоке, как DICE вообще. То есть. Бля, как же Space работает? А сейчас только PS и все. Пенальти. Блядь, пенальти, блядь. Они работают до сих пор. Насосанные пенальти. Пиздец. Говна кусок, блядь. Как ты угадал, блядь? Нет, ты в плане подписчиков имеешь в виду или скилла? Я имею в виду скилл вообще. А, ну скилл. Ну скилл, понятно, я, конечно. Поэтому я сейчас тебя забью, и ты соснешь. Блядь. Счет у вас какой-то 0. Уже 1-0, извините за спойлер. Мы же с задержкой видим. Мы с задержкой, да. Вообще, мы же это смотрим. Как Балахор все так же тащит. Хороший проход. Это не офсайд? Габриэль! Не, не офсайд. Не-не, он именно четко выбежал, четко. Бля, как? Ну вот так вот. Пиздец, как? Вот так вот, вот так пиздец, вот! Пиздец, ну ё-моё. Второй, что ли? Да. Не, это жестко, жестко. Я тебя катаю просто. Ну нахуй с тобой вагер играть. У меня там, кстати, что-то... Заболел, да, что-то? Да, заболел. Нет? Да! Сука. 2-1, окей. С вами был PandaFX. Все очень грустно, но... Я постараюсь не унывать. Спасибо всем, кто был еще раз. Я вас буду ждать на следующих стримах. Я попробую, в общем, на плойке запустить. Надеюсь, там все нормально. Фу, все, я пошел. Всем пока.